сейчас можно делать. За 15 минут мы приняли решение о дальнейших действиях. И тем самым мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться. Нам потребовалось всего лишь 15 минут. Мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. Светлана, я к вам обращаюсь прежде всего как мама, как жена. Ты просто неравнодушная женщина. Идем, я даю нашего лица, Светлогорский, вашу инициативную группу, за вашу поддержку. Удачи. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщину, а именно боится Светланы. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский в свое время объединил народ. И именно поэтому сейчас мы тоже решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Мы объединились на основе 5 принципов. Во-первых, мы приглашаем всех желающих на выборы 9 августа. Вторым пунктом идет обязательное освобождение всех политзаключенных, а также экономических заключенных, которым мы предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Также обязательным пунктом является проведение повторных выборов, честных выборов, после 9 августа 2020 года. Также мы будем информировать наших избирателей о необходимости защищать свои голоса разными способами. И, естественно, в момент голосования мы настоятельно просим всех желающих присоединиться к движению наблюдателей на выборных участках. Мы больше не хотим старой власти. Как и все вы, мы не верим в честные выборы. Но только совместными усилиями мы сможем защитить наши голоса. На сегодняшний день мы уже знаем, что Андрей Дмитриев поддержал нашу инициативу. Мы будем рады всем, кто нас будет поддерживать. Каждый день мы будем идти к нашей победе. Мы рассчитываем на победу. Мы дойдем до победы. Помните, что у войны не женское лицо. Правильно.